Вашему вниманию тема Марты «Окно в новый мир, плавающее между измерениями». Отец Абсолют, читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу остановиться на некоторых моментах, касающихся энергетических особенностей людей, чьи вибрации находятся пока на границе третьего и четвертого измерений. Энергетическое состояние таких людей можно назвать плавающим, поскольку оно нестабильно. И объясняется это тем, что эти люди только начинают осознавать весь трагизм сложившейся на Земле ситуации. Они еще не могут до конца смириться с тем, что доверчивые люди оказались в сетях, так ловко расставленных для них глобалистами. Они еще не способны совладать со своими эмоциями возмущения, осуждения, агрессии, с чувством несправедливости от происходящего и своим собственным бессилием перед действиями властей. Поэтому и вибрации их остаются пока на уровне трехмерного мира, но то, что они уже видят ситуацию по-другому, не так, как это преподносится им официальными средствами массовой информации, является началом их пробуждения, а значит, у них есть шанс повысить свои вибрации и полностью перейти в пространство четвертого измерения. Для того, чтобы это произошло, одним предстоит пройти еще долгий путь духовного развития, а другие могут преодолеть расстояние между третьим и четвертым измерениями в очень короткие сроки. Многое зависит от условий их проживания, а также от их ближайшего окружения. А еще от гибкости их мышления и способности принимать новые, незнакомые им реалии без страха и осуждения. Конечно, большую роль в этом играют и особенности характера человека. Оптимисты, как правило, гораздо быстрее справляются с потрясениями внешнего и внутреннего характера, а пессимистам на это требуется гораздо больше времени. И ваша задача, мои родные, состоит в том, чтобы помочь таким людям осознать, что все происходящее сейчас на Земле, каким бы трагичным оно ни казалось, на первый взгляд, на самом деле, служит во благо человечеству. Без нынешних потрясений было бы невозможным пробуждение такого огромного количества людей одновременно. Все должно было обнажиться до предела, не оставив и доли сомнения в том, кто на самом деле управляет вашей планетой и каковы их цели. Очень важно изменить вектор мышления этих людей, направив их эмоции в положительное русло. И тогда их вибрации начнут постепенно повышаться, что позволит им выйти на новый уровень бытия. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Плавающие между измерениями».